Ассаламу алейкум, скажи, брат. Ассаламу алейкум, братья. Наш победитель, машаллах. Чемпион. Находимся в Казани. Кто хочет увидеть Хабиба Нурмагомедова, то обязательно оставайтесь с нами. Скоро мы его встретим, иншаллах. Умар, брат, поздоровайся с моими подписчиками, брат. Всем моим подписчикам ассаламу алейкум. Отсветка не очень здесь. Да, машаллах. А вот скажи, брат, Хабиб будет? Брат, Хабиб, иншаллах. На мой YouTube канал, брат, всем подписчикам. Всем ассаламу алейкум. Машаллах, машаллах. Спасибо, брат. Давайте фотографии сделаем. Давайте, с малышами, давайте. С детьми, да. Не селфи, а вот залетаем. Давай, что-то. Давай. Все, спасибо. Сам это привет, мой друг. Хабиб будет? Сейчас, брат. Фотографировал. Можно телефон твой? Минутку, просто. Ассаламу алейкум, скажи, брат. Ассаламу алейкум, братья. Наш победитель, машаллах. Чемпион. Который помогает нам. И поддерживает. Марат Илаев. Старший брат, Таня, хотел сказать спасибо организации за возможность показать себя. Всем спасибо. Азамат Джекхай. Все бойцы здесь. Удушающим приемом. Как-то так все проходит. Боец из Москвы. Встречайте, Максим Пелькин. Техническим нокаутом одержал победу и остается не знающим поражений Рамазан Абулкин. Альбекев, Россия. Узбекистан против, ну как бы, России. Сейчас будет бой, наверное, узнаем, кто выиграет. О, красавец! Что, брат, я остался только Хабиб Нурмагомедов, иншаллах, если я сделаю с ним фото или селфи. Короче, день удалось, иншаллах. Я уже очень много с кем подрался, и у меня очень много было хороших соперников, и меня это не напрягает. Посмотрим, как сойдет себя, можешь показать. Я себя считаю вполне претендентом на этот пояс, готов драться
любом соперником, которого мне предложат. У нас есть претенденты, у нас есть... Я тут уже посмотрел, и также я за ним слежу. Я с любым, я тут раз после того. Я очень рад и благодарен Лиге Eagle Fighting Championship за такой шанс заявить о себе. Отдельно спасибо президенту Лиги Хабибу Нурмагомедову. Загид очень хороший и рейтинговый оппонент. Казань очень красивый город, тут люди отзывчивые, мне очень нравится здесь. Я люблю Казань. I love местных тут Казань. Умар! Хотя бы... Закончился наш контент. Всем ассаламу алейкум. Надеюсь, в следующий раз будет немножко поинтереснее. В этот раз не получилось добраться до брата Хабиба. Ну, иншаллах, по воле Аллаха, если это суждено, мы с ним обязательно увидимся. Всем ассаламу алейкум.